Привет, друзья, меня зовут Николай, и мы сегодня приехали на набережную Волушки. Мы сейчас здесь прогуляемся, посмотрим, что здесь работает, что здесь не работает, вообще посмотрим обстановочку, сколько здесь много отдыхающих, вы все увидите. А вы пока подпишитесь на мой канал, и давайте перейдем к просмотру. Так, друзья, Волушки, набережная кипит. Вы посмотрите, уже сколько людей. Уже купаются, уже полнейший порядочек. Сейчас мы зайдем там на пирс, если его не закрыли еще, и посмотрим с пирса, сколько уже здесь много людей. Друзья, вот на тот пирс, или его там написали, что называется солярий, вход запрещен. Я хотел оттуда вам заснять, но не получается. Но я думаю, и так видно, что сезон уже начался, и людей довольно-таки много. Конечно, с парковочными местами здесь на набережной проблематично уже становится. Дальше будет еще хуже. Вот на такой вот замечательной технике вы можете посетить горы. На них проводят экскурсии. Здесь везде сделанный такой металлический каркас, который защищает в любом раскладе. То есть вы можете не бояться за свое здоровье, и вообще тут все укреплено и усилено. То есть машина довольно-таки хорошо создана для путешествий по бездорожью. И эти ребята предоставляют такие услуги. Друзья, здесь еще на набережной Волушки находится аквапарк, который в данный момент, конечно, пускают ограниченное количество людей, потому что из-за связи коронавирусных ограничений. Сейчас я уже подходил до кассы, я сейчас еще выложу вам цену билетиков, чтобы вы были в курсе дел. Подписывайтесь. Нет, как там я здесь? Друзья, прогулявшись тут по набережной, тут практически нигде не висят номера телефонов для того, чтобы им можно было бы позвонить. Чи попрятали, чи может уже запретили это делать. Практически нигде номера не вешают. А может быть уже даже у нас тут в Волушке отельчики заполнены, потому что народу очень много приехало и отдыхает. То есть, друзья, в Волушке уже все работает. Если сейчас в Ялте там Армагеддон происходит, то в данный момент Волушка в полном порядке, пляжи в порядке. Все кафешки, все работает. Все по красоте. Вот, друзья, вы можете сами наблюдать, сколько людей в данный момент на пляже. Так, что еще здесь у нас есть? Здесь у нас еще экскурсии все различные есть. Ну, в принципе, как всегда, все работает, все отличненько. Так, друзья, везде практически по набережной цветут розы. После дождя они, конечно, немножко подушатались, но еще бутонов очень много, которые расцветут. Номера телефонов я на протяжении видео буду день прикреплять, которые я понахожу, где что арендовать себе какой-нибудь номерок.
Лог приветствует вас. И вот номера телефонов, кому интересно, если что, нажимайте на паузу, смотрите. Вход только по пропускам туда. Вон там, друзья, есть такой ресторанчик шикарненький. Вот посмотрите, как здесь все цветет сейчас на набережной. Все красивенько. Птица, роллы, все присутствует. Можно уже полетать на парашюте. Есть такое развлечение. Цепляют за катер. И погнали. Я, конечно, постараюсь подувеличить, чтобы было получше видно. Так вот, друзья, прямо на набережной есть такой, как бы, отельчик «Рай». Я увидел их номер телефона. Сейчас мы его и заснимем. Так. Так, друзья, я заскочил в одно кафе кофейку взять попить. Ну и заодно я сейчас для вас сниму, какие здесь цены, чтобы вы были в курсе. И посмотрите, если хотите уточнить точно, нажимайте на паузу, и будет все видно, какие здесь цены в этом кафе. Тут салаты и все различные есть блюда. В принципе, здесь есть все, можно и подобедать, и попить кофе, и рыбные всякие изделия. Полный сервис. Все, что хотите, тут есть практически все в этом кафе покушать. Находится оно прямо на набережной. То есть вам даже далеко не надо будет ходить. Сразу на набережной можно это все и заказать, и посидеть с видами на море. Друзья, смотрите, что я тут нашел. Что-то тут рыбки. Это, наверное, пилинг тут делают. Вы садитесь на кресло, туда ноги. Только не забывайте, ноги должны быть чистые. А то рыбок накормите. Вот. А цены сейчас я вам покажу. Так, цены на массаж рыбками. И вы потом вот тут сюда денежки, и потом здесь вы сидите, отдыхаете. Я просто сидел в засаде и долго ждал, пока люди уйдут, чтобы никого не было, чтобы не людские пятки вам снимать, друзья, а рыбок вы могли видеть. Ближе мне просто разбуваться не хочется. Ближе не получается заснять. Но вообще очень шикарно. А тут даже можно прийти посмотреть на рыбок. Очень интересное место. Находится прямо на набережной Волошки. Давай мы старались выкладывать. Сотки мне скидывают. По Алушкинской набережной. Как вы поняли, что здесь довольно-таки много уже людей. Погода здесь хорошая. Не так, как в Ялте. Пляж не смыло, все нормально. Потому что если сравнить с Ялтой, то здесь ситуация совершенно другая. Здесь довольно-таки все нормально. Здесь дождик был, но не такой уж сильный. Так что, друзья, не забывайте подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем удачки и пока!